Всем привет, меня зовут Лиля, если вы уже со мной знакомы. А если нет, я хотела с вами поделиться небольшой информацией о себе и вообще, чему это посвящено видео. А я живу в городе Филадельфия, сама я родом из Уфы, и я живу уже здесь более 10 лет. Итак, сегодня я с вами хочу поговорить о том, что Master Kit предоставляет такой небольшой челлендж, который называется «Увеличить свой доход за 45 дней». Я решила, что после того, как я испробовала Master Kit для того, чтобы вернуть свои деньги, когда у нас произошла очень неповторимая ситуация, в общем, я проработала эту систему, проработала по этой системе, и вы мне можете не верить, можете верить, но деньги, в общем, все вернулись. Итак, поэтому я решила, что, наверное, за 45 дней, если я проработаю все свои ситуации, все свои связи, все свои установки, то мы посмотрим, как увеличится мой доход на сегодняшний момент. Через 45 дней. Давайте сравним. На сегодняшний момент я и мой муж зарабатываем в неделю в районе $1200. Чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, это в зависимости от того, какие у нас, сколько дней мы проработали, может быть, какие-то дополнительные часы, может быть, какие-то где-то мы потеряли. Но, в общем, в среднем где-то мы зарабатываем $1200. Из этих 1200 мы тратим очень большой процент на все различные кредиты, ипотеку, еду. И у нас на нашем, счету к концу месяца для того, чтобы сохранить, отложение, наверное, только остается долларов 200 или 300. Иногда, если вдруг случается что-то непредвиденное, там машина сломалась или где-то, что-то надо починить в доме, то, естественно, это взимается оттуда, и наши вложения, в общем, оголяются. Поэтому я решила, что Master Kit может мне помочь, и я хочу вести этот видеоблог для того, чтобы поделиться с вами. Да-да, будет он работать или нет-нет, все-таки он не будет. Я буду также делиться своими эмоциями. Итак, я проработала первые 2 дня, вчера и сегодня. Вчера я прорабатывала образ денег. Когда я прорабатывала образ денег, в самом начале я, когда фокусировалась, вы знаете, у меня был такой образ, что я ищу деньги везде, по всему дому, в общем, я ищу их в диване, я ищу их где-то под кроватью, и я нахожу такие скомканные купюры. А после проработки я увидела, что такая большая пачка была, в общем, долларов, и я просто видела их как в такой коробочке. Был совершенно другой образ. Сегодня я прорабатывала связь, потому что я знаю, и я воспитана была так, что если ты хочешь заработать много денег, то нужно много работать. Поэтому я сделала для себя задачу $15000 в месяц, и моя связь была, это значит, будет очень много работы. Я ее прорабатывала, и вы знаете, такой появился у меня образ, когда я уже после проработки, значит, этой связи, я получила образ свой, что мне приходит просто чек, и моя семья, абсолютно мы радуемся, так прыгаем и, знаете, танцуем все вместе. То есть, и потом я вижу, что семья также помогает мне, то есть я увидела, что я не одна в этом процессе, то есть я увидела, что мне нужно, чтобы моя семья в этом же участвовала. Поэтому, наверное, здесь мне нужно будет поделиться, и дальше я уже буду идти, в общем, другими шагами и буду фокусироваться на чем-то другом. Итак, посмотрим. В общем, первый и второй день прошли очень великолепно. Вы знаете, когда ты прорабатываешь, это действительно нужно фокусироваться на своей диафрагме, то есть когда появляется уровень стресса, это все сжимается, и такое ощущение, когда трудно дышать. И когда приходит чувство эйфории, это действительно, вы знаете, у меня расправляются плечи, и мне хочется прям улыбаться, даже когда я повторяю слова за тренажером. То есть вы можете верить, можете не верить, но, в общем, посмотрим, как это все будет. Поэтому спасибо за то, что вы смотрели. Если у вас возникают какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Если у вас возникают какие-то недоверия или что-то, вы думаете, что я вообще чушь говорю, то
не стесняйтесь, пожалуйста, пишите. Я с удовольствием с вами пообщаюсь, и мне очень интересно услышать ваши доводы. Ну все, спасибо, ребята, ваше внимание. Bye-bye.